Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на игровой канал Zar Best Game. Я NeoZar, и это прохождение игрушки The Search. Всем приятного просмотра. Итак, за кадром я здесь побегал по гребаному производственному этому комплексу, переоделся. Теперь я выгляжу вот так вот. Ну, в принципе, что я переодел? Я переодел внутреннюю обшивку, так сказать, которую мы с вами нашли. Вот, экзокостюм я оставил также носорог. Больше пока что мне ничего не нужно. Имплантант я тоже ничего не ставил практически. А с этой переобувочкой дали две ячейки имплантантов. То есть я усилил как бы себя. Вот, и наконец-то я открыл гребаный срез. Давайте я вам покажу. Вот с этим только разберемся сейчас по-быстренькому. Вот так вот. Так, добычу заберем. Наконец-то я открыл гребаный лифт, который я вам в предыдущей серии говорил, что я не могу открыть вот этот вот лифт. Теперь он у меня работает. И на самом деле, можно так сказать, когда мы с вами шли и бродили уже на записи, то мы пробегали около этого места, но я не обратил на него должного внимания, потому что мне показалось, что это совсем другое место. Ну а сейчас я вам покажу, какой срезик он предоставляет. А срезик он вот такой вот предоставляет. Вот здесь мы с вами гуляли. Так, здесь, по-моему, нет никого. Да, по-моему, нет. Вот такой он срезик предоставляет, и он нас отправляет сразу к боссу. То есть, не так я вам сказал, вот здесь мы гуляли, мне показалось, что мост этот ведет не туда, куда нужно. А мы с вами ходили, где-то лазили, вот по этим вот лестницам. И сейчас время настало пойти к боссу. Посмотрим, что за босс. Я могу сказать, что я с ним уже провел где-то, ну, боя два, наверное. Вот, мне он показался не очень таким сильным, но, по крайней мере, пока что я его не убил. И теперь мы делаем это с вами. Что ж, поехали. Хорошая попытка покончить жизнь самоубийством. Что мне показалось самое сложное в этом боссе, это камера. Я думал, что самые, блядь, хуёвые разработчики, уж простите меня, потому что есть, я знаю, и хорошие, но мне все время казалось, что самые хуёвые разработчики — это российские разработчики. Российские разработчики игр. Но нет. Здесь такого разработчики натворили с камерой, что просто из-за камеры здесь больше всего, мне кажется, будем мы сейчас умирать. Ну, я не знаю сейчас, как получится, то есть, возможно, я не буду вам показывать свои просто фейлы, сколько я над ним фейлюсь и так далее. Я покажу уже решающий просто бой. Вот смотрите, что здесь камера творит. Я просто из-за камеры не вижу ни хрена. Потому что она то куда-то улетает, то прицел, блядь, не работает, то еще что-то. Так, хорошо, прошла. Прошла попугайчик ему. Блядь, не успел. Так, сученька, блядь. Нужно вот на этой вот клешню сначала настроиться. Ну хотя можно и вот эту побить тоже. Невзначай так. Да давай, да стукни ты его, а. Да что ж ты такой косой-то, а? Да, я говорю, что в этой... Ты вот видишь, что творит камера?
Я просто поражаюсь, что здесь творит камера. Я из-за камеры, в принципе, здесь делать ничего не могу. Потому что я просто, я вижу какую-то хрень. Если честно, то какую хрень мне не нужно. Блядь, да отключи ты свою, блядь, автонаводку. Автонаводка здесь почему-то сама, блядь, начинает вырубаться, когда она мне не нужна совершенно. Хорошо, одна крыша слетела. Теперь будет полегче. Тихо, здоровье, здоровье. Ты дай ты мне встать тут же, в конце-то концов. Еще один удар остался. А, отличненько. И начинается вторая стадия. Вторая стадия еще более ужасна с камерой. Потому что здесь вообще ни хрена ничего не видно становится. Но здесь, короче, суть в чем. Пока я комментировал, суть в чем, что нужно по-быстренькому вынести все крышни вот эти вот. Оно, они быстро и могут и меня вынести, но сейчас я просто не уследил за своим здоровьем. Потому что просто я смотрю больше здесь, в этом месте, я смотрю за камерой. Ладно, сосредоточились и пошли. Ты давай уже, ты, блять, ну что ты вот будешь делать? Чем, мне кажется, дальше мы проходим к финалу этой игрушки, тем больше косяков у разработчиков. Как будто, знаете, разработчики делали уже на скорую руку, или они не успевали что-то делать, или что-то подобное. Потому что, ну, вот здесь вот они явно из камеры перемудрили, ну просто перемудрили, что из-за камеры, ну ни хрена ничего не видно. Просто ни хрена ничего не видно. Спасибо. Еще раз спасибо. Хорошо, удар прошел. Уже радует. Еще удар прошел. На самом деле здесь и может просто прыгать как обезьяной. И тебе ничего в принципе не будет такого страшного. Но вот во второй стадии это что-то ужасное будет с камерой. Ну, в принципе, сами все увидите. Короче, гребаную автонаводку можно просто убрать здесь. Да что ты будешь делать? Я вообще не могу сейчас ничего сделать. Он мне просто клацает и все. Стукни, блин. Нормально. Очень много аптечек сейчас я потратил. Очень много. Ты можешь остановиться, а? Вот я сейчас, смотрите, я автонаводку сейчас не врубал. Она врубается почему-то сама. Вот как может автонаводка врубаться сама? Я вообще не могу встать. Он меня атака за атакой бьет просто и все. Все, достал, блин. Да, неудачная будет попыточка. Но я говорю, все идет из-за камеры. Что я просто не вижу камеру.
это, в принципе, была вторая стадия. Be careful out there. Be careful out there.
большая систра. Ну, сами видели, что босс вообще тупой. Тупой да для нельзя. Это была моя вторая попытка. Я, в принципе, вам даже все покажу так, что это такое. Что это случилось. Что-то здесь разлетелось. Куда идти дальше, пока непонятно. Что-то здесь как-то так стало. Я даже не буду вырезать эти попытки. Видели сами, что в одной я просто упал хрен узнает куда из-за камеры. Опять же, из-за камеры. Я просто рухнул. Здесь, когда уже последние стадии, просто около него стоишь и просто долбишь его и все. И ничего он не может сделать с тобой. Ну, то есть она, если это, ну, большая систер, я не знаю, это так перевод или что это такое. Так, куда нам дальше нужно идти? Что-то я даже не пойму. Ну и что, мы здесь пробили себе такую фигню? И куда? Где у нас какой-нибудь проходик-то? А, вот здесь вот проходик. Да, вот здесь проходик какой-то у нас открывается. И большая систра пала. Ну, я говорю, что тупой босс, вообще просто тупой босс, это не сравнить с этим, с майским жуком долбанутым, блядь. Ну, к которому тоже привыкаешь со временем. Ну, это просто, это, здесь просто все из-за камеры. Просто из-за камеры. Что? Куда нас это отправит? Давайте посмотрим. Служебная шахта. Что-то мне так кажется, что кто-то он нас хочет отправить непонятно куда. Нормальный переход к следующему уровню. Просто нормальный. Исследовательский отдел. Бумс. А где звук-то? А вот сейчас вот был как раз звук. То есть, когда я упал, звук получился потом. Это все вот это вот как раз косяки разработчиков. Ну что? Люди учатся, пусть учатся. Ну, сюда мне явно сейчас не пустят. Я даже не знаю, когда меня сюда запустят в это дело. Почему-то сюда не пускают меня. Я хочу сейчас просто дойти до какой-нибудь управления давлением. Что это такое? Ой-о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 й
Ну хотя дроида я успел пустить, это уже хорошо. Но там все равно, там, смотри, газ напустили. Туда я явно не пойду. Даже если я дроида-то и запустил. Мне хочется посмотреть просто, какие здесь враги сейчас будут. А, ну понятно. Долбанутые старые приятели, которых я уже видел. Чуть-чуть измененные. Да, здоровье просто мне дали зашибись. Вы мне дадите хоть дойти-то до аптечки-то? Так, ОБС туда. Хорошо, будем следовать указаниям. Где у нас АПС? Ух ты, выставочный этаж. Здорово. We all know the answers to these questions. Why do people expect the rebuilding of the atmosphere to happen so quickly? Да, вот что ни говори, а по графике-то они, конечно, постарались. Много косяков, таких, которых, ну, как бы, много. Ну, сами, наверное, видите, кто смотрит на прохождение. Интеллектуальное устройство, экипировка, костюм, вторая кожа. Блин, а почему мне не дадут-то это? А, ну это, наверное, новые разработки, да?
Ладно. Уже, в принципе, ничего не разрабатывается в этом мире. Полученного имплантат, механизированный противовес. Противовес, это, наверное, явно будет... Куда? Ну, лифт, да? Не работает. Противовес, наверное, увеличивает скорость или что-нибудь такое. Ну, я бы, если честно, на ловкость еще поставил себе бы что-нибудь. Потому что ловкость явно здесь тоже рулит, как и здоровье. То есть можете ставить, кто будет играть. Самое основное... Блядь, ну ты когда-нибудь заткнешься, блядь. Хрен с горы, блядь. Ехай в Индию, блядь. Ну, наконец-то, блин. Выключились экраны. В общем, я говорю, что рулят здесь аптечки. Блядь. Что это? Попить можно? Не зачем отдыхать? Интересно. Что-то я пока не вижу, да, аптечки никаких. А, о. Вот тоже, как бы, сделали, что его выключить нельзя. Я бы нажал давно бы на кнопочку, чтобы его кипением отключить, если честно. Что это оценка механического устройства? А это чего? Это что за турбина такая? Да, много они всего изобретали, в итоге наизобретались. То есть сюжет таков, что они как бы изобретали, и в итоге наизобретали так, что у них все это к чертям собачьим полетело. Можем тебя отключить? История Крео. Ой, ну вот это вот они сделали. Ну это ужасно, что постоянно нужно этого козла слушать. Просто ужасно. Да. Не знаешь ли, не знаешь. О, что-то можно взять. Вы получили оружие. Ну, оружие как-то мне сейчас не очень-то и интересует. Меня интересует, где зал с аптечками. Может, это тут зал с аптечками? Нихера себе, аптечка вышла. Такая аптечка всем аптечкам, аптечка. Что-то мне туда даже перехотелось идти. А, вот. Вот тут вот зал, по-моему, с аптечками. Как туда спуститься? Every day your work benefits the future of mankind, bringing us one step closer to our goal. It is a huge task. But together, we can. По-моему, я. Whatever it takes. Shouldn't you be at your designated work site? Ух ты, какие-то люди. Обалдеть. Пока что я хочу всего лишь это убрать в своей жизни. И давайте, я не знаю, прокачаем еще. Что ли? И на этом, друзья мои, закончим очередную нашу серию, потому что серия была построена битвой с боссом. Как я вам говорю, что босс очень легкий, так что я думаю, что у всех получится его убить, не знаю, там с первого, как у меня там со второго раза. Ну, со второго, с третьего раза я его убил. Так что всем спасибо за просмотр, не забываем подписываться на канал, комментировать видео, обязательно ставить что-нибудь под видео. И всем до скорых встреч. Пока-пока.